Всем привет, вы на канале Юный Папа. Мы продолжаем серию роликов по распаковке тайгенов танков. У нас сегодня танк ИС-2, артикул TG3928-1G. Давайте посмотрим, что внутри. Серьезно. 16 масштаб. Вот коробочка идет, здесь различные элементы тюнинга, здесь 6-миллиметровые шарики пульки для пневмопушки идут. Остальное все, вот танк идет вот так, вставляется в пупырки. Сразу на заводе он раскрашен. Пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство. Давайте сейчас достанем, посмотрим. Так, аккумулятор. Аккумулятор идет металл гидридный, 2000 мА, 7,2 вольта, Tamiya разъем. И зарядное устройство тоже идет 7,2. Сейчас достанем. Вот, зарядное устройство 7,2, 400 мА. С Tamiya разъемом 5 часов будет заряжать базовый аккумулятор. У нас есть зарядки, которые быстрее все заряжают. И аккумулятор есть тоже на 5000 мА, на 60% увеличит время работы. Вот такой танк. Он идет развернутой пушкой в комплекте. Поставьте, что в коробку вмещалось. Дно пластиковое. Ну, внутри с металлической пластиной, там увидим попозже. Да, снутри пластина металлическая, металлические гусеницы. Так же. Шестеренка вот эта тоже металлическая. Катки тоже металл. Катки металлические. Да. Вот тросики тут идут медные. Вот так прикреплены. Давайте посмотрим, как открывается. Самый главный вопрос всегда спрашивают, как открыть где танк. Где включать? Как открыть? Да. Включается вот здесь вот он. Так. Включение. Вот кнопка включения. On, off. Это по включению, запуску танка. Башню можно, если плавно, тут стоит защита, вот так вот поворачивать. Но не резкими движениями. Так, вот здесь вот рычажок. Нажимаете и поднимаете сверху корпус. Вот так. Корпус поднимается. Здесь вот есть такие стоечка такая здесь есть, чтобы держаться. Здесь фиксаторы уже есть. Угу. Вот они. Вот. Поэтому так. Да, здесь крепление для аккумулятора идет. Аккумулятор на 2000 мА. Так. Редуктор, металлические шестеренки. Сейчас попробуем подсветку включить. Металлические. Так. Вот в КВ было проще открыть. Здесь, конечно, плохо, да, так как полностью не открывается. Ну, редуктор идет металлический и с подшипниками, судя по всему, сейчас более точно. Да, там подшипники уже стоят. Сейчас подсветим. Да, видны стальные подшипнички маленькие. Уже не втулки. Попробуем запустить. Так, для запуска пульт управления 6 батареек пальчиковых ставим, соблюдая полярность. Танк ставим аккумулятор. Вспоминаем, что включаем сверху. Так, а дымогенератор где включается? Есть кнопочки? Сейчас узнаем. Сейчас найдем кнопочку для включения дыма. Так, и включение танка, кнопка была включена. Мы включили наш тестовый аккумулятор. Его надо заряжать полностью. Так, укладывая аккумулятор, смотрите, чтобы он в стойке не упирался. Закрыли. Лампочка мигает. Thank you.
настраиваем звук. Ладно, уровень децибел замерить. Закрываем крышку, выставляем уже дуло вперед. На пульте также это дымогенератор включить. Уже изменили, раньше это был пулемет, теперь да, дымогенератор. На этой модели вот здесь дымогенератор выключили. Ну и также вот эта крутилочка. Регулировка, скорость вращения гусениц, чтобы он прямо двигался. Потом вот этот рычаг отвечает за повороты влево-вправо и движение вперед-назад. Причем пропорционально управление, чуть-чуть нажали, он чуть-чуть едет. Быстрее нажали, он быстрее едет. И вот это рычаг отвечает за повороты башни влево-вправо, вверх-вниз. Причем движение вниз оно поднимает до конца вверх, потом опускает вниз. И вперед, стрельба вперед. В нем пушка. Причем отключение, сейчас аккуратненько откроем, вот здесь вот идет отключение пневмопушки, если вдруг надо продемонстрировать при окружении маленьких детей, то можно переключатель выключить. Вот здесь вот выключатель, вот переключатель, видно. Вот, переключатель отключили, и теперь пневмопушка. А, не выключили. Вот, пневмопушку нажимаем, не работает. Обратно включаем, все работает. Башня здесь уже металлическая. Дуло тоже металл. Да, металлическая башня, дуло металлическое, корпус. Пластик. Пластик, внутри металл был, днище внутри положено. Элементы. Это раскраска. Тайген декларирует индивидуальную раскраску. Очень интересный звук у него. Сейчас давай погромче сделаем. Копирует работу башни. Даже скрипит что-то как бы. Звук скрипа от башни есть, откат идет. Гильзы даже там вроде падают. Да, гильзы выскакивают. То есть хорошая реалистичность у танка. И звуковая тоже. И давайте еще замерим размеры. Рулеткой. Так, крышечку. Кнопочка здесь уже не бутафория, как на предыдущем. Да, выключаем танк, кнопочкой заглушили, и габариты. Длина 43 сантиметра, ширина 20 сантиметров, и длина дула с башней 47 сантиметров. Ого! Высота еще по башне. сантиметров высота. С вами был Юный Папа. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.